Сегодня 2 ноября 2009 года. Я на кухне с двумя из своих 15 детей, с моим 10-м ребенком, 6-м сыном Алексеевым Егором Владимировичем и 12-м ребенком, 5-й дочерью Алексеевой Царицы Владимировны. Сейчас Егорушка мне сыграет что? Песню о черте. Песню о черте. Давай, Егорушка. Всем иметь побольше детей. Старшему ребенку уже 40 будет, а младшему 4, да? Так что чем больше детей, тем больше радости. Вот так вымирают подлежащие вымиранию русы, русичи или как хотите. Кого надо уничтожать-то в России? Ну, коренное население. Вот коренное население. В трехкомнатной квартире, в 12 сиров. Помещаемся. Даже еще фильмы снимаем, да? Вымираем, вымираем. А я инвалид. 63 года почти. Так что всем советую жить, как я. Больше детей, больше радости.